Казанском университете продолжается программа повышения квалификации для проректоров вузов Республики Узбекистан. Университет посетила уже вторая делегация. Программа у них точно такая же, как у первой группы. Мы уже получили первую обратную связь от первого потока, и причем такая связь достаточно серьезная. У нас с нами связался, вышел на связь министр инноваций этой республики и сказал, что они сейчас прорабатывают вопрос и будут с нами обсуждать о создании большой совместной программы международной по запуску проекта студенческого технологического предпринимательства в Республике Узбекистан для всех университетов. И поэтому, ну, по крайней мере, сейчас мы получили предложение поучаствовать в этой программе как разработчик, как основной ее организатор. Напомним, что первая группа проректоров узбекских вузов прошла стажировку в Казанском федеральном университете с 25 мая по 6 июня. Удостоверение о повышении квалификации по программе «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» получили 10 человек. Вторая группа приехала 9 июня. Наладили контакты, нашли точки соприкосновения. Я думаю, пришло время, когда надо сотрудничать. Для нас было тоже очень важным увидеть структуру, организацию и, самое главное, работу управления инновационного развития. Казанский университет сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Основной формой взаимодействия является реализация совместных образовательных программ. Екатерина Аскарова, Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.